Доброго времени суток, дорогие друзья, и в этом видеоролике мы вам покажем, как удалить Family Link ребенка. То есть, конечно, нет никакого смысла объяснять, как удалить Family Link родителя, но ребенка, если у вас родитель включил вам на телефоне Family Link, и вы бы хотели избавиться от него, то это сделать довольно-таки несложно на телефоне VicaView Go. Для начала я вам покажу, что у меня на самом деле включен Family Link. Например, у меня здесь нет YouTube и еще нескольких программ, как вы видите. Я их убрал. А также, если я попытаюсь удалить Family Link, давайте попробуем его удалить. О приложении. Удалить. Нам пишет, что это действие запрещено, и мы не можем его удалить. Но на самом деле это возможно сделать. Для этого нам нужно зайти в настройки. В настройках мы находим Google. И здесь переходим в управление аккаунтом Google. Дальше нажимаем «Начать», бла-бла-бла, соглашаемся со всем. Нажимаем «Данные и персонализация» вот здесь вот. Пролистываем вниз и находим пункт, который называется «Удаление сервиса или аккаунта». Нажимаем «Удалить аккаунт». Здесь мы вводим пароль от аккаунта нашего. Упс, неправильный пароль ввел. Пробуем еще раз. Теперь, когда мы точно ввели правильный пароль, мы ставим галочки здесь, здесь и здесь. Нас пишет, что мы... что наш аккаунт будет удален, но не переживайте, вы сможете обратно без проблем войти в свой Google аккаунт, потому что первое время оно разрешит вам его восстановить. Мы его удаляем. Нам говорят, что нам сначала пишет, что ничего не получилось. Иногда оно пишет, что аккаунт не может быть удален, но не переживайте, а он все равно удалится. Дальше мы заходим еще раз сюда и проверяем, точно ли удалился наш аккаунт. Как видите, аккаунта здесь больше нет. Мы теперь можем зайти сюда, и как мы видим, здесь у нас появился YouTube, еще несколько программ. И если мы теперь попытаемся удалить Family Link, нажимаем его сюда, удалить, удаляем его. И как видите, приложение удаляется, и мы отключили Family Link с нашего телефона. Теперь мы можем обратно войти в свой Google аккаунт и спокойно пользоваться данным телефоном. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!